Если верить художнику Ивану Пшеничникову, то именно так начинался театр на Руси. Яркие краски переносят нас в век 17-й. Комедийная хоромина, роскошные ткани, разбросан реквизит. Уже тогда на сцене была важна каждая деталь, ведь сам царь Алексей Тишайший приказал театру на Руси быть. Мы сейчас говорим о зарождении русского театра. Именно о зарождении, когда женщин не пускали смотреть представления, когда театр путешествовал из одного места в другое, и это было огромное, шли обозы. Понять в нашем веке, с чего же начинается театр, можно, но современный ритм жизни позволяет лишь на секунду остановить мгновение, именно здесь, на выставке. Под светом маленьких, но софитов на посетителей томно смотрят актрисы разных веков. Скоморохи и шуты весело заигрывают с публикой. Перчатки и веер будто только что оставлены после спектакля. Станиславский со своими трудами пытливо вглядывается в самое сердце, туда, где начинается любовь к театру. Так считает и Светлана Лапшина. Сегодня она экскурсовод, а душой давно служит в театре. Реклама преуспела в том, как заманить, скажем так, зрителя в театр. Но мне кажется, что все-таки это должно быть по велению души. Должна быть просто потребность встретиться с историей театральной, встретиться с актером. Такие выставки помогают. Помогают, когда детишки приходят на спектакли. Они уже способны отличить настоящее от ненастоящего. Площадка краеведческого музея для экспозиции выбрана не случайно, ведь в Одинцово всегда кипела бурная театральная жизнь. Выставка продлится до 30 марта, но организаторы уверяют, что на следующий год порадуют искушенного веками зрителей еще больше. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».